Яблочный. Привет. Я яблочный. Что это такое, блядь? Опа, что это такое на экране появилось? Ребят, попробуйте отсканировать. Проверьте, ну, мало ли что. Что-то интересное, может быть, полезное. Ой, что это такое? Ой, что это такое? Ой, а что это? Спасибо. Еще раз. Еще раз. Что за хуйня? Только не ты. Ты мне в страшном сне пояснился. Я врубаюсь в стоп и захожу без стука. Че, блядь? На пол, сука. Падай на пол, сука. Не понял сейчас. Твою мать, блядь. Блядь, что за хуйня? Ебать, блядь! Тут молния ебашит прям. Походу мне в крышу, блядь, там люди орут. Да что это? Включили. Блять. Вот мне привет, нравится тут слева, конечно. Как который... там поживает Лаки? Она лежит в этой, в духовке. А, ну, ты коленкой. Коснулся лазерного луча. Это заметили все. Только не организаторы. Они продолжили и соревнования что? И отправили героя. Блять, что за пиздец-то, ёб твою мать, блять. Давно такой хуйни не было, чтоб так ебашило. Это пиздец. Шо, дура? Блять. Назовите любой цвет радуги. Голубой. Сиреневый. Фиолетовый. Желтый. Кстати, интересное сочетание мы выбрали с тобой. Мне по кайфу делать гадость, ты клёвый лицемер. Не, плохо лицемер, дружба до гроба лицемер. Выглядишь модно, напиздел. Алин, прости, я женщин пошел снимать. Все, нет, я просто не буду стоять и снимать красивых женщин. Ну, это странно просто. Тебя мотоцикл не выдержит. Ну я тогда на твоей матери буду кататься, она меня выдерживает, бля. Просто сяду на нее нахуй, как раз ее, бля... Возьму за вот так вот, за два, блять, нахуй, за два вот этих, блять, ее. Ебать, даже я себе так не позволяю про маму говорить. Что-то я не помню сейчас. А вы мне говорите, что я вот такой сякой кривой, блять, про мам что-то говорю. И тут, блять, вот Антоха вот такое себе позволяет. Ебать. Поймите меня правильно, я не шучу. Это реально дебильный мем, блять. Вот я как раз-таки комочек этого, блять, доброты. На фоне Тохи, походу, блин, реально. Он реально тупой. Долбоёб и тупой. А. О, не-не-не, сейчас я буду. Ты, блядь. А, стример. Реально, блядь, что за хуйня? Хватит распускать про меня слухи. Вы все равно не знаете меня. Блин, кончай хуйней заниматься. Ну, реально, берешь просто, ну, добавляешь тиктоки только со мной. Потому что, ну, только они смешные. Буря. Ну, реально. Хватит распускать про меня слухи. Блин, он целевой работает. Вам яйца больно! Оп! Есть, ну в яйца! Ой, бля, прям в хуй! Нормально. Не могу сказать, что я хороший футболист. Бля, ну что, все играли потом в эту игру? Но когда она смотрела, я играл как Пеле. Сука, что вы хотели, прежде чем умрете? Написать автопортрет. Построить дом. А ты? Мне хочется всех нахуй сейчас, блядь, взять, насадить себе на хуй, блядь, и прокрутить 5 раз, блядь. Забавно. Выключай все электричество, а то сейчас шаровая в окно залетит. Так окно закрыто. В Америке шаровых нет. Ребенок должен быть свеж... Ой, блин. Чё? Ну привет, Шанхай.
Как ты тут без нас? Вымахал до звезд? Разбогател, да не могу. Прокачался до 80 уровня? Давай уже, рассказывай. Фронтфлип я. Нихуя себе! Оп! Пизда тебе, сука! Шо, дура? Ебать, нихуя! Посмейся, как миллиардер. Хуйня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот как надо смеяться. Как миллиардер. Блять, как маньяк, нахуй. Злодей, точнее. Ну так, а все миллиардеры злодеи, алло, все верно. Да что за... Чего за хуйню делать свою фотографию, я не понимаю. Здравствуйте, я Данил Какашин, я реально развожу людей на деньги, так люблю деньги, пипец. Мне вообще похуй на все, я люблю деньги. Пиздец, да? Ну-ка, цитата Стэн Хабареска. Да хватит, не давай слабину, дай в жопу. Что бы вы хотели, прежде чем умрете? Написать автопортрет. Бля, я вот я охуел от того, я зашел сегодня на стрим к Диппинсу, там стримил, там был Диппинс, Мазелов и Дрейк. За огромным онлайном сидят, просто разговаривают. То есть они даже там, ну как бы, шуток каких-то нет, ничего смешного не происходит. А у них в чате просто капсом все пишут ахаха, 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 вообще не переставая. Я минут 10 так посидел такой, посмотрел, думаю, а чё люди ржут-то постоянно, блядь, я не понимаю. Вот, да-да-да, и там вообще смайлики не используют, вообще, да, то есть вы когда смеетесь, вы там смайлик используете, там 7TV и так далее. Там просто вот бесконечный спам ахахахаха, просто без причины. Я просто, не знаю, это и было смешно, но я так и не понял, над чем люди смеются. То есть они смеются над обычными диалогами, они просто что-то обсуждают. А они сидят ржут. Я такой думаю, блядь, а что такое-то? Я нихуя не понимаю, что происходит. Я просто сидел 10 минут, нихуя не понимая, вышел оттуда. Такая хуйня только у Диппинса, Мазелова, Дрейка и т.д. А что это такое? Это какой-то мем у них местный? Типа просто писать ахаха? Или им реально смешно? А тогда что-то смешного-то? Ничего не понял вообще. Чё ржут, блядь? То ли боты, то ли еще что-то. Ну просто ахаха. Вот ну просто так. Или их аудиторию настолько просто и легко рассмешить. Тогда я завидую, потому что, ну, ебать, мне тут приходится себе жопу рвать, чтобы хотя бы кто-то улыбнулся, блядь, сидя на моем стриме. А там достаточно просто посмотреть в камеру вот так вот. И чат разрывается просто. Я, ну, реально. Это пиздец. Построить дом. А ты? Посадить сына. Блядь. Меня дети, блядь, раздевали нахуй, топили, убивали. Вот если бы они смотрели это видео, там бы такой пиздец, там бы чат просто бы порвался, блядь. Вот у вас реакция, вот это лицо кирпичное, блядь. Ну или там пару смайликов, типа, вот этот кот. Там бы, блядь, нахуй, на каждый мем ТикТок бы просто бы смеялись. Воровали в лес, и я не плакал, блядь. Ты навечно моя, девочка Ноэлья, прошу, войди в меня. А они бы с этого так ржали. Да, блядь. Прошу, войди в меня. Почему? Ха-ха, блядь. Я уже без белья. Прошу, войди в меня. Я прошу, войди в меня. Я король танцпола. Королева мира. Засыпайте. А, все, хватит спать. Ребенок, блядь. Надо мой чат превращать, пожалуйста. Ли, блядь? Что ты этот микрофон вот так держишь, как бы. Я понимаю, ты когда смотришь на меня, у тебя, возможно, в голове образуются какие-то фантазии. И у него сразу в руках. Вот, кстати, они очень любят вот такие темы. Вот такие темы они очень любят почему-то. Они вот с этого начинают очень сильно смеяться, когда идет намек на секс между стримерами. Фактически хватается за микрофон вот так вот, типа, а. Но давай-ка ты успокойся, ты шо? Да, не пьё. После 3, там же 4. Ой. Ой. Ой.
А четвертого брата, блядь, забыли. Ебать съел. Не кажется ли, Вова заскуфился? Он стал как-то плохо выглядеть. Да не как обычно. Ой, то есть, ну, он не стал плохо выглядеть? Вы чё? Да, блядь, так все скуфятся. Так или иначе. Кроме меня. Из Майами до Песков. Что за хуйня, блядь? Я это, все, других тиктоков со мной нет, что ли, больше? В Майами будет этот трип. Мы в Неваде, чтобы дало тратить на Лас-Вегас. Сука, блядь, какая хуйня. Не брат он им, Генгик ты не ха-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 
Я ждала, что ты, ну, чтобы мне написали, чтобы мне отлезать наконец-то. Он пришел. Блять, мистер президент. Ой, блять, флагом поебал, ничего страшного. На, блять. На. О, ой. Не, пошли нахуй, вата. Не-не-не, вату мы здесь не принимаем, бля. Я сказал нахуй. Я не понял, всех нахуй сейчас, блядь, взять, насадить себе нахуй, блядь. Я и как ебал, блядь. Бля, перехуярить бы, блядь, все глотки нахуй. Если тот, кто этот камень двигает сейчас опять вместе со мной еще двинет, ты лох. Так, ребята, я ничего не понимаю, а чего вы на Дрейка начали лицо корчить? Если тот, кто этот камень двигает сейчас опять вместе со мной еще двинет, ты лох. А, все, не двинул, окей. На нахуй! Блин, что я сделал нахуй? Че такое, блядь? Че это было? Ну шо? Ебать. Ха-ха-ха, да! Вот такой вот, вот такой у меня чоп, блядь. Вот так, оп-оп-оп, ебать, оп-оп-оп. Ой, блядь, там президента убили. Хочется всех нахуй сейчас, блядь, взять, насадить себе нахуй, блядь, и прокрутить 5 раз, блядь! Заткнулась нафиг. А то я сейчас тебя выгоню, блин, нафиг. Ты заебал, блядь. Иди нахуй. Ебанулись. Бля, у него тоже этот паблик, что ли? Его до сих пор там ебут. Его до сих пор там ебут. Его там ебут до сих пор. Поразил, кстати. О, нет. Еще один оборотень. Но почему же превратилось все в психушку? Я люблю, ненавижу. Блять, ну да, грешеный, что? Ну хуйней занимался. Так, вот чуть поближе. Я не вижу свою себя. Забыли уже про это, все, нахуй напоминать это вот об этом говне. Зачем? Вот сюда вот, где я. Скорее бы уже ТикТок полностью в России заблокировали, реально. Ладно, давайте, похуй. Блять, Тоха! Пизда! Ож, да кудрявый Лен. Лен. Я в... Это чё за хуйня, бля? Это тоже тёмное прошлое, да? Влюблён в тебя, Россия, блядь, сука, нет. Это чёрное прошлое. О, началось, блядь. Опять умерли. А, это старый ТикТок. Ну, бля, это ж я, да? Это я в подвале. Да и слава богу, блядь, что меня там теперь нет. Господи.
Радоваться надо, что из этого подвала вылез. И в Нью-Йорке теперь живу. О, вон мой рюкзак. Я помню, здесь вот так иду, а здесь Joint Time лежит на диване. Ай, чё? О, ебать, стримхата. Ну да, я на этом диване сидел. Да и на этом диване сидел. Было. Ну ничего, живем дальше, ебаный свет. Шо, грустить теперь, что ли, вечно из-за этого? Было и было, блядь. Но мы же дальше продолжаем двигаться. Только вперед, не шагу назад, только вперед. Все, нахуй.